Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников Пьетро дель Данзелло, итальянский художник. Родился во Флоренции в 1452 году. Его брат Ипполито также был художником. Пьетро в основном рисовал традиционные сцены и щиты. Некоторые работы его хранятся в художественном музее Кливленда. Совпадение стилистических решений Пьетро делла Франческо прослеживается в работах Данзелло, в первую очередь в его технике мазка и выборе холста. Умер он в 1509 году. Данных практически никаких нет. Вот мне удалось найти только картины, данные из интернета, из Википедии. Ну вот так все, что удалось найти о итальянском художнике Пьетро дель Данзелло. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы. Есть на что посмотреть. До свидания.